Главная вся эта история на данный момент. Что? Что же? То, что на наследство не передалось абсолютно ни мне, ни брату, вообще ничего. Если бы родители, я думаю, не были бы такими тщеславными, то, возможно, даже бы контракт не пришлось бы подписывать. Обидно. Знаешь, больше внимания уделялось мне и брату, когда мы были молодыми, ну, точнее, детьми совсем. А после, когда уже все стало ясно, они просто выращивали, знаешь, из нас, как тебе сказать, знаешь, типа сливки общества. Понимаю. Мне все время бы ты находился в тени у родителей, и ничего бы ты не смог достичь самолично, потому что тебе бы указывали, что нужно делать. Я бы сказал, что наследовать компанию отца и вообще всей семьи — это что-то плохое. Я просто изначально понимал, что мне еще никого из этого не достанется. Все уйдет брат. Так они еще, знаешь, надеялись что-то занять, какую-то теперь высшую ступень — это стать... это в политике. Чтобы у нас в досье была хоть какая-то галочка, что мы закончили институт, и в случае хорошей возможности мы поступили работать. Что ты там еще писал? Кажется, Эдриан. Ага. А, да. После окончания института на третьем курсе я решил, пошел на все нахер. Я понимал, что брат рано или поздно все равно мало того, что наследует компанию, так он еще и получит хороший диплом. Учился он очень хорошо и в школе, и здесь, в институте. Я бросил все это дело и... Кстати, смотри, что у меня есть. Не могу, конечно, на все время отдать, но... Может, это тебя немного взбодрит, что ли? Жалко, что секс не может подарить это тебе. Он сказал, это очень ценное. Ему досталось это в палето там. Ого. Ну да, не ожидал. Ну, так что можешь почитать, и главное, не вноси с базы, чтобы не потерялось. И если что, ну, в ящик положи, а потом почитаешь, и мне отдашь, что ли, не знаю. Главное, не потеряет. Ну, либо можешь сразу вернуть. Может быть, ты уже читал это. Ну, я читал другое, но мне Наруто просто не нравится. А, ну вот, тем более. Ну так, знаешь, можешь полистать и это, вспомнить о доме, что ли, на Большой Земле. Ну, если времени не будет, то почему бы и нет. Спасибо. Я верну потом. Ну, да, главное не это. С базы не уноси, пожалуйста, и не потеряй его, иначе секс мне свернет голову. Знаешь, именно секс очень вписывается в каждое слово. Боюсь, если ты потеряешь этот томик манги, он мне с этого пулемета тут же на месте и расстреляет. Секс-пулемет. Да, да. Так и есть. Ну и в дальнейшем по истории мой отец и мать очень сильно взбесились, потому что понимали, что я бросил институт, мало того, что я это сделал без их ведома, документы отозвали обратно. А в моем досье указали, что институт был закончен не до самого конца. Ну знаешь, у нас там действует такое правило, неважно, не закончил ты институт или ушел по своей воле, или тебя выгнали, там просто стоит одна, назовем это, черная метка. То есть дальнейшая тебе работа в госструктурах, да и не только. Просто тебе никто туда не приедет и не пригласит.
Им было наплевать. Да, я на самом деле мало об этом что думал. Мне тогда очень сильно накипело, и я ушел. Потом я вернулся снова и поговорил с родителями. Они сделали мне то же самое, в принципе, сказали, что я ничего не смогу получить. Наследство от меня такого. Мы тебе снимем дом. И будешь там жить. Сам заботиться о себе, о своей жизни. Что да как нас уже тебе дело не. Первое время деньги будут высылать, а там, ну, тогда определенная дата уже должен. В принципе, все, как я и сказал, это сбылось. Начал искать дом, я его снял. Не сказать, что он был большой. В поисках работы мне было лучше. Все время смотрит на досье. Все время смотрит, что у меня не закончил институт или меня выгнали. Знаешь, ну, всяких. Ну, у вас там, да, с этим сложности же в Японии. Я, честно говоря, думал, если я сейчас не найду работу, а мне... я мог вообще стать, знаешь, как это называется? В какой-то момент поиски работы... Кем ты можешь стать, прости, что ты? Кем можешь стать, я не услышал. Да никем. А. Пока не нашел объявление в интернете про Дьюэй, хороший зарплат. С риском для жизни, знаешь, я сначала подумал, ну, блядь, что может быть с риском для жизни, там... Возможно, работа где-то в Антарктиде, знаешь, там, на какой-нибудь... аванпост или что-нибудь в этом, типа, можно заметить. Знаешь, что-то в этом. Я, блядь, не думал, что... Нас я вообще до недавних пор-то и человек даже не думал, что мы устали. Что ты не думал? Что мы устать... Кем? М? Кем стать? Что ты заикаешься немного? Да у меня проблемы с ушами. Ты меня нормально слышишь? Я нормально говорю? Да. Вот я тебя не очень. Как-то ты заикаешься. Понимаешь, я просто не думал, что до недавних пор я смогу стать. Стать кем? Я не понимаю. Так, видимо, у меня с голосовыми связками. Ну да, я не понимаю. Ты говоришь встать, и потом все. Тебя горло начинает пишить. А так? Ну, пока, ну, так кем стать-то? Так, у меня что, получается, уши заложило, отлично. Ты выйди и прокашляйся, почисти уши. Да не, бывает, у меня в ушах звенит. Так, лучше? Нормально? Слышно все? Да слышно, блин, ну, как тебе по голосу? Ну, нормально все, да. Ну, я тебе просто скажу так, я не думал, что я в ближайшее время могу стать вообще одним из вас. Мне даже мысли этого не было. Да, я тоже никогда бы не подумала. Я только в ужастиках, в всяких фильмах это видела и, ну, не представляла даже, что это существует. Хотя, знаешь, всегда как будто бы на большой земле мечтала, что ли, чтобы существовало сверхъестественное. И было бы круто стать одной из таких. То есть тебе это нравится? Ну да. Я уже тебе говорила, что мне нравится быть вампиром, да? Скорость и сила и прочее. Ну, плюс на большой земле никого почти не осталось, а тут я обрела семью.
Вот бы Саймона сюда, конечно. А так... Да. Я думаю, он бы тоже захотел стать вампиром. Ну, это мой лучший друг с Большой Земли. Просто мы обожали смотреть вместе ужастики и так далее. И фанатели от этого всего. Но, тем не менее, я думаю, знаешь, с одной стороны, я благодарен, конечно, что у меня есть Даррит. Потому что я уже мог 6 раз быть мертв где-нибудь на дикой земле. Ну да, я понимаю тебя. Я так же. А что тебе Лим что-то говорил про любовь и так далее? Ой, с ним что-то говорили. Лим? Или нет? Ладно. Мне приснилось. Забудь, забудь. Так, там кто-то что-то опять написал, вроде. Брат, наверное. А, Лем написал, что вы там делаете? Напишу, что ему говорю. Разница не... Да он просто пришивает, наверное, я не знаю. Так, Эдрин. А, только написал, что будет рад с разговором. Пойдем посмотрим. Калиб не проснулся, а то Марк говорил, что Калиб проснется и не поедут до Риперсов. Мне просто тоже надо было. Да, добро. А у тебя какие-то есть задачи на сегодня, планы и так далее? На самом деле, я... По-моему, даже 2 задачи. А ты знаешь, что в понедельник будет? Ну, день X, так сказать. Ну, мероприятие, которое в четверг обычно проводится, но Марк сказал, что будет в понедельник. Mm-hmm. Дожить бы до него, до этого понедельника. Ну, будем надеяться, что доживем. Слушай, на самом деле я бы... Кто-то занял... С капитаном Буллером. Да, я говорю, я бы тоже подружилась с ним. Нормальный мужик. Не знаю, что к нему все так это... Многие. Кто-то занял пост Хилл под пиранией стеночки. Привет. Не, ну правильно, зато стена падать не будет. Кто-то же должен это делать, понимаешь? Моя любовь стримит. Бекнур. Привет, привет. Жаль, что с ним так случилось, конечно. Даже немного скучаю по нему, что ли, блин. Хоть и он меня и бесил периодически. Ну, брат есть брат, в любом случае. Родственников не выбирают. Хотя в нашем случае, наверное, он. Томас что-то бегает. Как... О, кто-то занял мое место тоже. Ты чего так носишься? Разгод отвечаю, Twitch, а тут стрим. Что случилось? Что? Том? Наверное, я должен тебя спросить, нет? Чего? О чем ты? Наверное, это я должен спросить. Про что? Про тот фонарь, почему он светится. Чего? Ну, там лампочка просто, не знаю, светодиоды. Ага, или... а ты не хочешь сейчас докопаться? Точно вижу. Чего? Смотри, что? Как приняли? О, балдёж. Ну да, очки крутые. А где Марк?
Не знаю, я думаю, побежал. Нет, он куда-то с базы уходил. А там на общий вроде вызывали. Кто-нибудь ответил? Я не знаю, я только проснулся. Может, проверить это еще? А? Ладно, все хорошо? Да-да. Не знаю, почему все спрашивают, что со мной. Вот переживаю. Ну. Ладно. Все хорошо. Это главное. Правильно? Ну да. Так, сейчас я рюкзак скину. Прием. Есть кто на частоте? Асайлум. Прием. А, блин, я поняла. Прием. Асайлум вызывает. Здравствуйте. Вы нас искали? Конечно. Да. Скупайте бутылочки там всякие. Да, разные. Да, конечно. А такой вопрос, а вы пластик скупаете? Сейчас, одну секунду. А мы скупаем пластик, кстати. Мы его производим. Ну, а сам пластик? Пластик мы производим и продаем, но это нужно делать им заказ. А если нет, то можно скупить? Не, ну они типа хотят продать, я так поняла его. Да, сколько, Ванесса? Сейчас спрошу. А сколько у вас? Ну, 3000. Если мы купим... 3000, говорят. Здесь уже надо у Гарта, либо у Калиба, либо у Марка спрашивать. А они где? Марк был же на базе. Марк на частоте сейчас. Спроси у него тогда. Я пока на частоте пишу тут. Хорошо. А кто вышел? А, сейчас, кстати, да, не спросила. А кто вызывает? Ауткасты, вы, you know, ренегаты старые. А, ауткасты, старые ренегаты. Понял, Том? Том на частоте, Марк на частоте нет. Сейчас, одну секундочку. Повисите на частоте еще, ладно? Конечно. Тут вызвали нас на частоту, готовы продать нам 3000 пластика по цене, не было уточнений, сейчас уточню, кто именно. Ауткасты, старые ренегаты. Ауткасты. 3000, да, продать. Ну, вот я об этом, что им сказать. Все, понял. И что? Нахуя нам пластик, мы сами его делаем. Ну, не знаю, мало ли. Не лишний. Ну, блин, я спасибо. Я же тоже вам говорю, что смысл. Ну, типа, все, да? Ну, да, ну, Марк сорвался, да. Ну, в общем, как бы мы сами его производим, поэтому не совсем, ну... Выгодно его покупать, что ли, поэтому. Ну, по... Если по у вас есть пластиковые бутылки или презервативы, там, резины. Ну, вот 6500 у меня есть бутылочек. У них есть 6000 бутылок пластиковых. О, вот, смотри, давайте сделаем так. Ну, мы можем по цене пластик, ну, по какой-то немного другой, что ли, цене, если им очень надо. А, ну и... Купить пластик и это все. Ну да, типа бонусом. Спроси у Марка. Сейчас. Это будет сложно пораться все объяснить, я не смогу. Так а где Марк? Пусть он подойдет сюда. Они со сборами на тренировке бегают. Том, подожди секундочку, братан. Предложи им купить пластиковые бутылки 50 к 1. Бля, подожди, это же в городе, да, группа, да? Ну да. Манес. Да, да. Нам слушай, 3000 таких... пластика, это пиздец, как дохуя. Нам на сейчас вообще надо, блядь, у нас на заказ не надо даже его отдать. Не, ну 6000, он сказал, 6000 пластиковых бутылок. Вообще пиздец надо, блядь. Ну пиздец. Вот, да. Ну так сообщите, ребят.
Может, спросить, они, ну, сами готовы будут привезти его или нет? Да, 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 спроси, спроси, давай это. А вы бутылки готовы будете сами привезти? И пластик, к примеру, да. Ну. На своих двоих? Ну, а, у вас нет машины, я поняла, да? Да. Пизда, блин. У них нет машины. Блять, ребят, надо дом, забирать дом, ехать, дом. Вы что, прикалываете, что ли? Блять, на машине, ну это понятно. Ага. Ну, она в порту, если они оставят, а мы заберем на воде, по воде, как обычно, нет? Правда, там все забито, да, на этих ящиках. Сейчас, короче, нужен Марк. Будет удобно, что мы с ними на чисто выйдем в течение часа по решению этого вопроса. Да, я как раз хочу сказать. Давайте мы в течение часа с вами свяжемся, тут обсудим все, а то тут, да, чтобы вас не задерживать. И, да. Как все обсудим, сразу вызовем вас. Да, окей, без проблем. А с кем я говорю? Вам имя назвать? Ну да. Дензел Уайт. Дензел, хорошо. Я Ванесса. Ну, конец связи тогда. Вызовем вас, как все обсудим. Ну, окей. Конец все, связи. Буду ждать. Вон, берите еще одного. Поговорим. Бля, Марк. Можем, да, я волосы просто заплел. Поэтому Дилана возьму. Ванесса. Марк, нужно это поговорить срочно. Да, а я нет. Понял, что вам всем нужно поговорить со мной. Давайте в очередь. Так. Чистоту, блин. Да, нет, все вместе. Ор. Пойдем, Ванесса, Ванесса. Да, да, я Ванесса. Иду. Я иду. Сейчас я сменю чистоту. Да. Форма одежды номер 8. Форма одежды номер 8. Что спиздили, то и... Что случилось? Ауткасты вызвали на чистоту и хотят продать 3000 пластика и 6000 пластиковых бутылок. Но у них нет машины, и это надо будет как-то забирать и так далее. Скажи им... Мы сказали, через час с ними свяжемся, да, как все решим. Через час свяжемся, и типа они, возможно, готовы будут оставить все это в порту. Ну не, они такого не говорили. Это я предложила, что просто в порту можно. Но там все забито, поэтому... Вызовите... Подождите, стойте, стойте. Вызовите Риперса на частоту 1.2 сейчас. Я вызову тогда? Да, вызови. Давай, ты тогда вызывай. Ушел с частоты. Дом ушел с чистоты. На какую ты их вызвал? Кто? Том, Том. А. Я, наверное, 1.3 буду вызывать, потому что там свободно. Вызываю. Сейчас выйдут, я поговорю с ним. 6000 бутылок, да? Да, да, да. Они предлагают пластик по какой-нибудь другой цене просто скупить. Да, можно просто более дешево, потому что у нас сейчас вообще под заказ даже. Я все ящики обобрал по бутылкам, по пластику, вообще даже заказ закрыть нечего. И сегодня сейчас... весь день бегал. Нам готова продать вторая группа этих, как его, шадов, но они в полёта. У них сейчас 300 бутылок. Палеты? Они сказали, что 1000 нам сами принесут, либо 300 мы можем подъехать и забрать. Но нам сейчас прям вообще надо, чтобы закрыть заказ. Да пусть принесут тогда, думаю, подожди. Чем больше, тем лучше, на самом. Ну нет, они-то и так принесут. Привет, Риперсы, с кем говорю? Здорово, Маркус, это Марк Харрис из Асайлума. А кто-то есть лидер там, заместитель? А кто там есть?
О, можешь Янга, пожалуйста, пригласить сюда? Да-да-да, сюда. Тут по всему, короче, блядь. Акира. Ванесса. Да. Да, Том. О, мотылёк. А, я думал, мне это, блядь, опять. Мотылёк. Блядь, мне надо ещё сейчас... Ангел, здорово, это Марк Арис. А, блядь, Янг, я... Извини, мне сказали просто ангел. Слушай, вы заняты сейчас? У меня к вам просьба есть. Там у ауткастов есть 6000 пластиковых бутылок. Можешь скупить, я под сегодня на лодке приплыву и заберу. Я все равно к вам собирался. Ну, естественно, все оплачу. Наплатим, точнее. Ну, вы оплатите со своих, а я как приеду, уже заплачу вам. Ну, типа, мне примерно нужно будет 2-3 часа, мне Калиб, чтобы проснулся, а то у него ключи. Да, блять, понимаешь, Диабло могут шариться, блять, а это для них очень сладенький пирог. А они... Ты хорошо с ними общаешься? Там Дензел вызывал, если что, на связь. Какой-то Дензел вызывал... Ну, там еще были... Дальше Дензел... Там и фамилия, а, ну, да, я сложно. Я не знаю. Я запомнил Дензел. Да, даже если не в бифе... А, блядь, или вы на шахту будете сегодня ехать или лететь? Ну, было бы неплохо. Я бы приехал, там заодно скажешь, сколько там выйдет, и я привезу деньги. Но они только что с нами связывались, так что, думаю, да, есть. А что вы хотите? Все, обнял, приподнял вас. Что в итоге, ну, Марк? Сейчас... Риперсы скупят, а мы заедем на лодке и заберем. У риперсов, да? Чтобы не в порту, да, потому что да. В порту там все у... Тони все забито, в общем. Спортпитом, да, и ничего, прочим. Ну, риперсы просто бифи похоронят. Так, ребята, у нас время еще есть? Так, да, все, тогда я вызываю, скажу, что... Патроны, нам еще патроны с надо с тобой продать. Нет, братья, да, стали... сейчас поедут к ним, я думаю. Можешь сказать, что сейчас, типа, биф заедет? А, да, ну, чтобы предупредить, мало ли не уедут куда-нибудь. Да, да. Да, конечно. По счету патрон Акера, с братьями стали все связываться, они патроны брать не будут. Они, у них все ящики забиты, им нахуй они стали не нужны. Ну и ладно, пусть пока. Калиб же дал рассылку сегодня, что патроны больше не скупаем пока. Том, а ты можешь, раз ты там это, вызвать их, сказать, что... Ну, что биф подъедет. Ауткастом вызвать. Да, вызвать. И сказать, что... А вы что, пойдете стажёры вдрючить? Да мне вообще не до них пока, еще если я все утро с ними, блять. Если там все в... Акера, блин, слушай, а, ну, я так-то тогда один пока сгоняю, пока сейчас все ждем, и это до Александрии, потому что я с ними вчера связывался, продам им чокеры, там всего 100 на 5 динар будет. Хорошо. И если все, мне... То... Че? Если мне никто не будет мешать... Хотя ладно, давай я вызову. Ну... Блин, да, вообще буду. Там Лиам, Дариус и Элвис пробуют. Уже? Ну да, они вон их стоят, дрючат. Ну конечно, блядь, когда я предложил идею, ну, типа все, блядь. Ой, блядь, давай не будем, ну, впереди, помнишь, куда провели, я плавал? Там, короче, там отсюда два Вендига только что пробежал, будь осторожно. Понимаешь, я просто ребят... не люблю, когда кто-то вмешивается в тренировку, которую... Мне это начинает просто очень дико. Поэтому если они уже проводят, то... Ничего в этом такого нет. Так сказать, небольшой патруль проведем.
подрючим их немного, то есть. Все. Так, тогда я пошел, короче, связываюсь с Александрией по счету чокеров, пешком до них, продаю. По бутылкам вчера узнавал у них, они сказали, что уже все нам продали, и... Да. Сегодня еще, кстати, с Ноксом вот разговаривал, блин, пиздец, вчера. Я это знаю, мне говорили. А что Дарксайд? Вот, я с ними, с Ноксами сегодня вот с девушкой этой договорился, что впредь они и нам продают. Ну, либо же опять вот как вот через Риперсов и нам. Потому что я договорился, они сказали, все вообще без проблем, потому что, ну, они просто их отдали, потому что заебались искать, кому продать. Но я с ней поговорил, говорю, давай, короче, нам. А я так понимаю, что это, ну, будет реализовано уже через Риперсов, и просто надо как-то обговорить с ними. Я поговорю с Вино. Ну, Ноксы, короче, они вообще не против, и только... Я поговорю с Вино по поводу этого. Угу. Так. Эти, вторая группа, кстати, еще этих шадов тоже готовы нам продавать, будут кстати, продавать. А, прием, это Дензел. Yes. А, ну, там должен Биф к вам подъехать, Риперсов. Они у вас скупят и потом нам отдадут все там и так далее. Риперсов? Да-да-да. Ну, они на Бифе приедут, все заберут у вас, заплатят и через нас потом все. Ну, в общем, нам отдадут все. Ну, окей. Да. А в будущем эта схема работает? Или... Сейчас спрошу. Марк. Что? Спрашивают, а в ну будущем это будет? Я и сам могу с Риперсами договориться к этому. Ну, я поговорю с Риперсами. Скажи, что пока неизвестно, мы работаем над... А, ну, пока непонятно, но я думаю, это... В ближайшее время это обсудим. Ну, что через них будем... А вы будете нам там, к примеру. Окей, ладно. Ну, проблем. Ага, все, ожидайте. Все дело торгует. Покидаю все, спасибо, частоту. Тогда удачи вам. Да, да, до связи. Конец связи. Так, хакеры, короче, ты сейчас со стажерами идешь, да? Да ничего, никуда не пойдешь. Ну вот, развлекать тогда снова я... Пробегусь соответственно там по делам. Давай. Нас, короче, еще, блядь, одна это рыжая уснула какая-то девка, блядь. Я забыл ее зовут. Девка, блядь. В баре спит. В смысле, наш или стажер? А, я поняла, та какая-то. Я поняла, я проснулась, она тут была. У ребят надо спросить. Во... Нет, а ты знаешь, что у нас та, еще так же уснул журналист? Да ебать, там в баре, я их хуй знает, как спинывать, я заебусь. Там, и, может, эти спальные спят. Мешки, я не знаю, купить. Палатки да поставить. Да пиздец уже, сколько спит. Мне кажется, их просто надо через забор выкидывать уже. Блять, по-нормальному нужно для стажеров сделать отдельное помещение. Встать ну, кровати, в конце концов. Короче, блять, я вот... А, вчера, по-моему, блять, тоже, блять. Тут пока, блять, с торговлей, с этой хуйней... В бар захожу, ключ только у меня, и там стоит 6 этих, блядь, стажеров, 3 из них бананы, и говорю, блядь, если вы хотите, нахуй, оставайтесь здесь, ну, этих, ну, стажеров, а остальные, говорю, давайте на выход, потому что я спать, и всех вас съем, все. Ну, это пиздец, блядь, я не знаю просто, их тогда хуя уже всех. Так, забыла спросить, Коль, о, Марк. Марк. Ладно. Ну и чё? Да-да. Лем, привет. Да, нас... О, привет. Ну и остальным тоже привет всем. Чё, как дела, Вана? Чё, выдвигаемся, да. А вы куда? А мы это, тренировали. А-а-а. Блядь, не дай бог. Это, а когда мы к Риперсам, когда Калеб проснётся? Да когда Калеб проснётся, да, потому что у него ключи от... А, ну ладно. И сразу же дверь. Ну, я могу с вами пойти. Вроде давай. Не нужна помощь. Ну что, мы идем или нет? Ну, пойдемте. Ты с кем там? Марк. Может, тоже надо было по-другому одеться? Как-то? Сейчас зайдем все равно. Я не знаю, если они придержат его на день.
Элвис, ты мне брони пластины не... По 30. Эх, у меня опять пушка заела, походу. Черт, смазать забыл масло. Ну, я жду, пока Каля проснется, и мы сразу к вам. А, ты с риперсами? А кактус на базе там, нет? Я спрошу сейчас. Ага. Давайте, давайте. А вино вообще будет сегодня, не в курсе? Я понял. Я бы с ним просто пообщался. А где Ева? Да, все, спасибо за пол. Она в городе. Они в городе, да. Она клыки, по-моему, пошла собирать, сказал. Че, закладку скинул в кустях или че? Да, да, да. Ну признавайся, где у меня косяки закон. Главное, нашему этому не говорить, а то у него проблемы. Кому? Джулиану? Да, мы знаем. Я понял. А тебя он спрашивал про травку, типа. Кто-нибудь знает, типа, травку? Ну, у меня есть трава, но я не дам. Ну, правильно. А, где продается, ну, блядь. Да я знаю, где. Три штуки за косяк. Фу, блядь. Стрельба на 12. Не слышал стрельбу, кстати. Странно, я даже тоже не слышал. Флэшбэки, блядь. Батя не слышал стрельбу, блядь. Ты чё? Дилан, у тебя там флешбеки из рана, что ли, ебанул? Удару. Здравствуйте. И чё, так сказать, менять? Да, всё. Что я тебе скажу? Так, я это... Прикрою глазки немножко. Про... Да, 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 да. Один? Так, мне похоже на закрытые глазки. Всем здрасте. Ну да, мне старт, походу, еще, да? Feeling
Нахуенно. Собирать какашки по помойкам? Yeah.
Кайф. Кайф. Походу мы не зайдем. Здорово. О, рестарт целых 10 минут, понятно. Ждём. Кто тут есть? Чего молчите? Давайте общаться. Мяу. Привет, приветики. Как твои дела? Нормально, а что такое сервер умер? Рестарт там просто. Рестартик.
restless dreams of living. All these useless dreams. Пересматривал, кстати, сегодня моменты с Фришки, когда за мной медведь гнался. Капец, я там смеялась до потери пульса просто. Так смешно было, не могу. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Блин, я что-то очень долго переодеваюсь. Просто... Да вообще странно. Я этот, ну, наверное, ну, пойду, что ли. Хотя, не, мне нужно это... А вы на севере можно в такого капюшон? Я откуда? Откуда? Я группу ищу. Не откуда, группу себе ищу. А как вас зовут? Я с города вчера депортировал. А как вас зовут? Да, меня Черри. Как? Черри. Черри? Прозвище какое-то? Да. А настоящий? Так, мое настоящее имя. Вы Шэдоу. Как? Шэдоу? Ладно, Черри. Шайли. Брат Томат. Томат? А, Томат? А ты вишня, да, нормально. Не, ну, наверное, типа, Черри, да. Помидор, который маленький. Не знаю, меня так прозвали. Это он выглядит. Типа лично. Большой томат, а маленький и этот помидорчик маленький, мини-помидорчик. О, я знаю томаты, мы хорошие друзья с ним. Я вот тоже его ищу. В смысле просто... ищешь? Ну, он до сих пор ищу, найти не могу. Он же в этих... Я его даже на Пейзер пишу уже. Живет. Уже 3 недели пишу его на Пейзер, где отвечаю. Ну, а на Outlanders'ах был? Это в Диких Землях, группировка. Не, я там еще не был. Ну, надеюсь, в ближайшее время... Кстати, ответьте, в таком капюшоне ходить здесь можно? Просто в прошлый раз меч не убил. Почему бы и нет? Чётко. Твое лицо не закрыто ничем. Так что все на... Да, чётко, вот. А вот вчера меня с города депортировали, сюда сказали, пока ездили, добьёшь. А, ну понятно. А я не могу. Да-да-да, я очень поздно просыпаюсь, то не просыпаюсь. А ну давай я запишу пейджер, мы сходим, да, вот. Я покажу тебе, где живёт томат. Да. Я пейджер, ну, не люблю свой давать. А, блин, ну. Да. Так ты хочешь я брата найти или нет? Я вообще не пользуюсь. Так у меня есть его пейджер. Так если он не отвечает, то как ты его найдешь-то? Я не знаю. Ну, чай приду. Ну, блин. Ну, я тебе говорю, вот, на Outlanders по карте посмотри. А, да. Ты, да. Ладно. Okay. Не, так и не найдешь. Только избранные знают. Так сказать. Ты готовы? Ну, в смысле, на диких сложно очень одному. На одному. А я на диких, я туда-сюда хожу, я там, этот, ну, мне вообще пофиг, я там обходные пути нашел, что-то. В городе ты можешь на Outlanders подойти, они тебе подскажут. Ну я в городе. А, тебе нельзя сейчас в городе. Да, меня там месяц депортировали. Просто на диких месяц можно заблудиться, здесь... и там рейдеры, и одному опасно очень. Да, верно. А вы куда? А никуда? Мы бегать. А рация у тебя есть? Нет. Yeah. Понятно. Не, рации у меня нет. К сожалению. Ну, не знаю, короче. Блин, мне нужно свою нефрусскую прическу расчесать. Нужно сейчас какой-нибудь кренж сделать. Ванесса, идем. Блин. Ванесса. Вот, да, да, красивое иду. Красивое имя. Ага, спасибо. У вас тоже. А давай я твой пейджер запишу. Так ты же не хотел. А давай запишу. Ну, записывай. 614-77-10. 600 как? Стой! 614-7-7-10. Ну ты только это, там, по делу пиши, только там не надо. 614-77-10. Вадис. Ванесса, да. Ну, свой этот... Ладно, тетя, я вас записал. Да, а тебе сколько лет-то? А?
Сколько лет ты тебе? Столько тебе живот. Записываю бой. А, так я думал, ты скинешь просто и все. Да я не убей. Хотя нет, давай так. Ты недавно, типа, ну давай быстрее только, а то меня ждут. Держи. А, ладно. Ну все, я побежала, давай. Да, удачи. Давай побольше попадай. Вот, голоса, или тромб оторвется нахуй. Да. Так вот не, на... не делай лучше. Да. Привет, малышка. Чего? Ух, ебать. Чего? Ты мне тут записку какую-то дали. Типа, привет, малышка, ты такая горячая, как плавленый сыр с микроволновки. Нихуя! Жжёный сахар, аппетитная, как сочная колбаска, нежный сильный крем. Оставь свой номер, чтобы я мог делать комплименты чаще твоим чертам. Черт. Так это я, это мне. Бля, мы бежим. Давайте записку, это мне. Походу, сейчас тоже песка себе насыпет. Да, похоже, да. Так а чё он? А, все, вижу где. Поняла. Да, блин, это друг. Кстати, крутые сережки. Блять, вот когда... Мы когда-то вообще... Я не знаю, я уже не... Побежали, все, быстро. Я спать хочу. Проснется, быстро, 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 вставай. Пойдемте туда. Там начнем. Куда, блять, идти? Это друг. Почему? Приколист. Да, не... А я не знаю. Ой, я спать уже слишком хочу. Пошли. Блять. Это друг. Он приколист еще тот. Алло, блядь, ты потерялся. Что происходит? Какая-то разгруппировка. За совершенно печенье. Давай, давай, давай. А теперь двигаем прямо до пляжа. А второй, где второй? Позади. Блядь, он устал. Давай, давай, побежал. Шевелись. Левый, правый, левый. И с этим карманничком, конечно. Да, ладно. Да мы же не охотимся, мы так стажер. Ну. Да, надо бы уже это заработать на что-то нормальное. Обидно, что... Ограбили тогда и сербу забрали, которая была да. Очень ценной для меня. Да, что поделаешь. Чего мы к воде идем? Делаем все. Не останется ни одна. До свидания. Типа, опять пушечка. А теперь смотри, снимай свои рюкзачки и запасывайте. Мокренький, хороший такой, прям отсюда. Ладно. Так, может, поможет. Бывает иногда. Тебя это уже касается. Да я слышу. Не глухой. Объясняем, почему и зачем. Чтоб в случае чего вы были способны оттащить кого-то раненого, либо... Ну да. Что с кораблем? Раненого, либо да. Песок мокрый набирает. В рюкзаке. А. Ну, по самое это... Если камни в воду, то камни тоже запихнут. Да, я пока свою корону надену. Корону? Какую корону? Надо. Она бумажная? А! Пон. Понял. Лянь, пон! У меня такая же, если мне попробовать. Зачем она? Кстати, знаешь, меня свое время, блядь, из-за нее чуть нарептал. Из-за короны? Да. Ладно, спрячь, что лучше, а то украдут еще.
Это посмотри, как загребает. Дариус прям как этот шериф. Точнее, не, как этот, из фильма, знаете, где он там кричал на них? Ну, поняли? Да, да, мы её поняли. Не он может. Да не, я сейчас уже кричать не хочу. Жаль. Так, быстро, салаги! Мою. Да, да. Быстрее шевелим булками. Кстати, слышишь, а тут, кстати, кто-то из Техаса же. Кто? А, из Дилан. О. Я слышал, что из Техаса набирают. Слышали? Да, да, да. И я считаю, если они давай будут медлить, будем стрелять им под ноги. А, без проблем. Давайте только определимся, как пробежим. Да, вот сейчас сюда двинем. Ничего, знаю. Через каньон. Да, ну-ка, да. А, ну давай. Темку, которая, так скажем, отговаривает. Здесь я пролетают мимо. А чё? Какая темка? А сколько есть времени? Ну, неважно. Еще с армейки. Как Калеб? А, понял. Тогда, мне кажется, блять, или быстрее, или не быстрее. Да, по правому вдоль каньона пойдем, там выйдем. Через этот автомобильный? Да, да, да. Или как ты имеешь? Ну да-да-да, через автомобильный туннель, как вариант. Ну, можно, конечно, по ЖД, погоди, ну, давай по ЖД. Там? Но по ЖД быстрее будет в любом случае. Найдем. Ну что, готовы? Ну, нет. Ну, в смысле? Готов. Да, готов. Побежали. Готовитесь к водным, кстати. Сами побежали. Объясни про водные пока. Где проводные? Враг? Смотрите. Что делать? Построение. Самое главное, вы должны понимать, в каком направлении вы сейчас бежите. И где бежите. Кто-нибудь может сказать? Лим. Да. У нас есть немного времени его подождать? Ну, блять, пусть догоняет. В какую сторону мы двигаемся, где? Ну, смотри, стоп-сити, в сторону стоп-сити. Кого там забрать надо? Сейчас отвечу. Да, Ева хотела с нами. Беги за ней. Нифига он торпеда, реально. Ладно, посмотри, как... Да. Ну, таковы. Смотри, в каком направлении ты сейчас бежишь? Можешь что-то про это сказать? Стали вроде тут, нет? Недалеко. А тут серые железы живут? О, нет. Нет, здесь парадайз. А, парадайз. А серые вон там, дальше, да? Да-да-да. Может прийти Алану привет сказать? Хотя мы заняты, ну ладно. Будем пробегать. Я крикну. Эй, ты, король резины. Да, он... Вроде еще. Чё-то там... Музыка играет. Да. Здорово никого. Всем, если кто-то есть. Здорово. Ну, мы дальше бежим. Ладно. А кто там? Run. Привет, что у вас тут? Побегушки? Максик. Привет, здорово. Ну, типа того, да. Тренируем стажеров. Подготавливаем. У тебя как дела? Алерты не работают? В смысле не работают? Почему не работают? Ты сейчас ран отправил, был звук, ран, я все слышала. Да пока это такое, думаю, потом он проще будет. Или про какие ты алерты, я не поняла. Я все слышала, ран был. Было слышно. Го, задержка. Да, задержка может быть. Да, да. А, ну, я поняла. Хорошо. Тут что-то, да. Что-то, да, интернет. Короче, да. Было вроде нормально. Не так это... Ну такая сильная задержка была, не знаю, что случилось. Интернет что-то... Пиздец в голове моей. Решил это. Стрелка работает. Растянута по три друг от друга. Интернет.
Объясняю почему. Что в случае, если будет обнаружен враг, быстро скооперироваться, расставив все позиции. Безусловно, не в одну линию, да, а чисто сделать стрелку. Что-то, да, большая стала. Чуть странно. Безусловно, когда вы будете на охоте, допустим, на бобров, либо на кого-либо другого, вы занимаете высшие позиции. Самое главное, чтобы не было перекрестного огня. Дела мне нормально, у тебя как? Да, пойдет, все хорошо. Спасибо. Не быть бы такой чересчур эмоциональной, было бы вообще прекрасно. А то что-то, да. Что-то, да. Сложно, сложно. С тобой одного раненого. О, Лем, кстати. То, что будет еще один. В Анессе тоже можешь еще рассказать. Про, да, я вот и хотела его послушать. Так, ну хорошо. Про красные, серые зоны знаешь? Не-а. Где он? А, я думал... Так. Лен. Самое основное. Смотри, да, до того, очень после очень того, как уничтожу противника, скажу на разу то, что у меня двое раненых, одного заберу с собой, после чего окажу первую медицинскую. После первой медицинской, так скажем, дождемся своих на месте. Угу. Так, ну, хорошо. Да. А, смотри. Блять, куда он пойдет? Первому окажешь помощь. У кого какая... тяжелее будет ранение? Он прав. Есть что, по правую руку от нас топсите. А теперь поднимаемся и бежим. Они... А? Не степсить. А я урок так и сказал. Ты степсить. Ёбаный урок. Ну ладно. Бой. По поводу тут координации, тут в основном ЖД. В сторону палета, а и по правую руку у нас будут сиськи. Кто? О. Сиськи. Ну, либо... Что? В бочки. Водонапорные, да. Либо... Ну, просто на руке есть сиськи. Чтобы проще сказать, да. Так чего, Анесса, в каком направлении бежим? Без понятия. В смысле, северо-запад, вот это вот сказать? Нет, северо-запад не надо говорить. Либо север, либо запад, либо юг, либо восток. Ну, типа. Чтобы лишний раз не путаться. Ну так чё? На север куда-то, нет? Ну, на запад на данный момент. Ага. Okay. Вот как раз вот эти те самые сиськи. Ну а далее будет Ратон Каньон. Там так-то тоже много всего интересного есть, о чем рассказывать. Я надеюсь, никакой гений не сиганет, блять, с моста. Ну, я подумаю. В смысле? Вот я тебя, от тебя именно я возьму на руки. Вот это правильно, да. Да нет, я что? Не хотелось бы так
заканчивать жизнь. Суицидальные мысли — это говно. Да. Ба. Я осуждаю такое, да, на самом деле, вообще. Во-во, как... суицид не выход, это вход. Суицид для слабых. Реально. Ну, те, которые не смогли. Не, ну на самом деле это очень серьезная тема и сложная. Чтобы убить себя тоже, я считаю, надо иметь смелость и так далее. В чем смелость? Шагнуть вниз? Ну, я боюсь высоты, как думаешь? Для меня это будет очень... Может, тебе правда лучше на руки взять? Я думала, может, тебе, ну, толкнуть просто? Не помочь, не надо. Я всё-таки твой отец, как-никак. Ну... Ладно. Не буду ничего говорить. Хорошо. Калеб на частоте. Блин, Калеб. Здорово, Калеб. Чё, назад? Здорово. А? Всё, пиздец. А Марк? Калеб, как дела? Ну, пока нормально. Чё с ним? Всё, у него ломка? Выдохся. Да у него ломка, походу. Ну, это... Это Джулиан. Дела нужно делать. Джулиан. Нужна лодка. Ну, нужна. Давай, вставай, давай. Хорошо, сейчас мы с Рожами закончим. Мне еще на Диабло нужно забежать, какой-то вопрос решить. Блять, ему хуёво. Вода есть у кого-нибудь? Вопрос на Диабло решить. Переверни его, переверни, переверни на живот. Сумки вытащи. На живот его переверни. Угу, сейчас, секунду. Нахуй языком подавился, давай. Ну так, так и должно быть, все нормально. Только рюкзак с ним. Чего это? Так, а что с ним? Марк. Он торч или что? Может, он да, типа да. Заберет? Угу. Да ладно, на машине. Ну ладно. Ну, Элвис, ты будешь или что, или мне оказать? Блин, вы хоть переверните, я просто с пушкой боюсь это. Простите. Так, что-то завтыкал чутка, что там? Да там уже оказывают помощь. Давай, мужик, на живот. Оп. Блин, ты уже оказываешь? Ну, блядь, либо ты давай, Акера говорит. Делай хоть что-то. Да сейчас дай, хоть пойму. Ну что, я снял с него рюкзак, перевернул на живот, так сказать, и... Я, короче, расстегну разгруз и сниму шап этот. Да-да. Что говорил? Контакт спереди, двое. Не, я только сообщил, что я на рацию вышел. Слышишь, Марк, спереди бегут люди. Даже, да, что? Двое. Двое, говорю, вот, бегут. Да. Здравствуйте. Здорово. Нормально все? Да, поплохело да. Что-то. Что там с пластиковым будми решено, что да как, да? А вы откуда? Асайлум. Нам помощь нужна. Да нет. Здорово. Ладно, берегись. Какого-то угораздило, блядь. Говори уже, не употребляй, ты ебаный в рот. Сука. Ну, опять надо это, в кор, чтобы капельницу поставили. Либо он употребил до этого, либо еще задолго до этого. Хуй его знает, что с ним. У кого-нибудь есть, там, я не знаю, морфин или... Ты чё, блядь? Морфи, может быть? Морфина, как это правильно? Чё, ебанулся? Зачем морфи? Подожди, подожди, нет. Морфи, да. Чтобы его хотя бы в чувство привести, это хуй знает. Бля. А, Вендига. Сука. Если без инкайфа, на шатырь. Где Вендига? Блядь. Прямо с туннеля. Пизда. По туннелю, прямо по туннелю. На счёт 3, если близко будет. Давай. Раз, два. Не стреляю. Бля, сейчас пизды все отхватим.
учитывая то, что у нас вооруженных всего. Нор при переходе морфи зафигай. Топти. По старинке с ножом. Здорово. Че это что ли? Здорово. Да, Виндилда. Да нет, это оборотень вроде. Виндилда. А. Красную кидаль. Да, ну сами разберемся. Да, дай свою аптечку. Ладно, тогда давайте. Давайте. Всего. Нормально. Марко, у тебя покушать есть что-нибудь? Ну, есть. Одну штучку дашь? Держи. Спасибо. У тебя последний эндер. А. Да, ешь, ешь. Джулиан? А, спасибо. Джулиан, блять. Как себя чувствуешь? А теперь давай приподними его голову. Все, слушаешь, да, пока. Давай. Пишите, чувак. Угу. Угу. Терпи, ёбаный в рот. Проблему потом решим. Насчет его употребления, давай, пей. Пей, 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 надо, надо, давай, давай. Надо, пей. Не будешь пить, я тебе сейчас ёбну по щеке. Давай, пей. Не надо. Ага, а что потом будем делать в стрессовой ситуации? Джулиан, слышишь меня? Угу. Сможешь привстать? Да, чуть-чуть. Да, я помогу. В общем, ты это далеко не извиняюсь заниматься с Гирей и всем остальным. Давай. Давай, дружище. Вот так беру под руки. Оп. Давай, давай. Оп. Так. Как себя чувствуешь? Голова кружит? Туда немного. Что-то меня вообще мутит. Знаешь, что такое, дружок? Отравление организма от наркотических веществ. Вот что это такое. Да я тут помимо всего этого реально перегруз. Че ты хочешь, блядь, от меня? Я вообще нарик, типа, ты думаешь, мне вообще легко, типа, таскать такую хуйню? Да, я понимаю. Причем тут наркотики, я не употреблял, все равно. Огромная группа людей приближается. Очень большая, блин, группа людей, очень большая. В размере где-то человек 6. А? Одеты в оранжевое. Я пойду в это, пообщаюсь. И что-то это? Я пойду пообщаться.
Их там сколько? Не понимаю. Шестеро. Около восьми. Около 80 вооружены. Но они без масок, это уже зверь. Угу. Я пойду. Я просто волосы заплел. Я в охуе себе, блядь. Здравствуйте. Здорово. А чё вы здорово. Здорово. Да, блядь, привет. Стажёра чё? Вывели прогулять, блядь, а он... Здорово. Чуть не сдох, нахуй. Да, судя блядь. По аптечке, да, это видно. Почему? Ну, перегруз. Перегруз, и плюс он отчасти наркоман. Он типа ходить не может, или... Ебать, у вас там чувак в шлеме с ножом и броником грозный, мужчина, ты блядь. Это стажёр. Это стажёр мой, да. Я он встал такой прям угрозой. Марк, привет. Пиздец, ну что у тебя на башке? Я да я, блядь, волосы просто заплёл нахуй. Фу, блядь, иди и подстригись. Иди нахуй. Правильно, туда его, согласен. Ну ты посмотри на себя, ты ж похож на... Иди нахуй, Рэй, можешь с собой заходить. В плане. Рэй сам туда ходит. Я знаю. Ладно, ну всё, тогда чё, разговаривай. Давайте с моста... Какие, блин, все тут модненькие. Ты токсик ебаный, блядь. Все стилисты и модненькие. Ты чё, не... Что? Ты не понял. Я самая добрая душа на этом постере. Попизди. Чего я не? Ты булишь. Давай 100 гильз, короче, я Рэю прикладом уеб... Блядь, за 100 гильз я ему попал. Пум чего? Бля. Ой. Ну чё, готовы? Да, готов. Да, погнали. Ну чё, Дилан? Может, домой его? Не дойдёт. Ты выстоишь? Выстою, выстою. Чё, погнали? Джулиан? Или идём? Ну ж, вон на руки кто-нибудь возьмёт. На спину. Да ты чё, нет? А, я не смогу. Джулиан? Ты как? Ну пойдет, я не знаю, смогу я побежать. Блять, приближаемся к мосту, будьте аккуратнее, блять, не сиганите с него нахуй. Где он? Слышал? Осторожней. Да, будь осторожней. Вынос... Ты мне? Да. Они, прикинь, думали реально, что я с крыши бара нашего прыгну. Ну, там а же маленькая там высота, я бы даже, ну, максимум... Может... Ну, знаешь, не, ну типа ладно, шею, да, могла сломать, конечно. Но я ну, не что, собиралась. Готов? Немножко пробежать. Ну, да, пробежали, догонимся. Давай. Ну, ты так, на легком беге хотя бы, старайся. Я буду сзади. Можешь тут продвинуться дать? Так, да. Быстрее не могу. Ну, давай хоть так. Сможешь координацию дать? Первый железнодорожный тоннель будем пересекать Ратон Каньон. Какой? Уже на данный момент будем... Золотой каньон? Ратон. А, Ратон. Будем как раз его пересекать и будем уже двигаться в северном направлении. Тут как... Самое главное дышать. Слышь, Джулиан? Ладно, хотела пошутить, не буду. Чё? Нет! Не беги здесь. Спусти, не беги здесь. Пропета, ты не толкайся, Лим, блин. Я чуть не упал, блин. Да-да. Идем по железке, блядь, чтобы у меня, блядь, все было нормально с моим нервным... Сердце спокойно было, да? Да, нервным состоянием. Конечно, можно пробежаться даже. Да, давай. У меня чем? Нету матки. Так, ладно, я не буду вопросы задавать. У одной шишка, у другой там, неважно.
Там это... Не, может, Чулин. Нормально будет, я тебе говорю, он хороший, помогает. Могущий, могущественный мышц, чтобы бояться упасть. Ну, с нами же люди. Какая хуйня, блядь. Вон впереди. С нами же люди, и, ну и в любом случае... Нихуя. Ничего. Все равно, у нас же есть ранения и так далее, и прочее, мы тоже можем, да. Поэтому, да, боимся упасть. Ну, это ноуфир плюс, как бы. Ну чё, как самочувствие? Короче. Пойдёт. Пить ещё надо? Я вообще боюсь высоты. Я боюсь, да. Я вот такой странный вампир. Придём. Когда мы с Гартом по равнинам походили, я опять начала ещё больше бояться, по-моему, высоты. Ты можешь ему сейчас его въебашить. Так ему посидеть надо будет. Мы сильно растянулись. Ах, да. Так, Маша, вперёд идти, я тут буду. Ну, ага, давай. Вампы не высшие существа. Да, высшие, высшие. Ну, есть же высшие существа, это там. Привет, мам. Привет, привет, привет. Ну, как хуй знает, я здесь не был. Выходим к лесопилке. Привет, мам. Можешь еще назвать примерно прибытие, что подумал? Если сможешь рассчитать. Вы где там потерялись? Примерно время прибытия 7-8 минут. Ну, давайте догонять. Это кому вопрос был адресован? Тем, кто со мной. Да. Понял. Возможно, я не знаю, что там дальше. Может, остановимся? Мне попить надо, пиздец. Туннель один человек один. Проходим туннель, точнее, и это... И всё. Какой туннель будет двигаться замыкающим, контролируя ситуацию? Блин. Двигайтесь. Который в палето ведёт к стилке. Блядь. Стрим лагает, проверяю тебя по цифрам там. Да, да, это интернет что-то кирдыкнулся. Ну да, нет, всё нормально. Чё-то интернет кирдыкнулся, да. Ты думал, мы уже туннель красных идем? Чё-то да, чё-то... Попробуй сейчас перезапустить. Не, где-нибудь становимся. Человек сзади приближается. Вот это лишняя вторая информация была. Ну хотите, давайте встретим его, пообщаемся. Кто приближается? Метречек, чё там? Человек. А, ну ладно. Смотри, одна информация уже прошла, вторую не надо ее дублировать. Здорово. Привет. Фух, блин, жарко. Капец. Да? Сними себя, это чё? Это ну ладно. Что снять? Чё? Кого? Я не знаю, что это такое? Это спасательный жилет на тебе? Это бронежилет вроде. Нет. Нет еще. Какой-то это, блядь, какой-то... Веревки на подсумках. Мне кажется, это для аквалангистов. Да ну тебе. Ну реально, типа буйков, я не знаю. Не знаю, это жилет. Ладно. Ну зато не утону. Да. Но пластину в него, конечно, ну, да, не засунешь. Ладно, ну, блин, найду другой. Ещё душить это, блин. Да ладно, что душим? Мы не душим. Я не военный, блин, не разбирайся. Да ладно. Не, ну что, тоже нормально, зато запихнуть можно что угодно туда.
чё, сейчас придем витаминчик вколем, все будет заебись. Сейчас попробуем. Только один хуй надо кору по поводу твоей... Так, сейчас перезапущу, так, короче. Так я прокапал.